времени суток, друзья. Я очень рада видеть вас. Не знаю, как вы меня. Я давно не была на канале вот в таком виде. У нас кто-то строит. Кто-то что-то строит, стучит на улице. Не буду отвлекаться. Наконец я появилась. Могу показать. Жаловалась я, вот меня кто-то укусил. Еще пятнышко осталось. Ну так, в общем, ничего. Все нормально. Я, знаете, смотрю на число подписчиков своего канала и просто удивлена, что уже больше 2000 человек подписались. Конечно, много отписано в аналитике. Написано, что кто-то отписался, но это не столь важно. Важно, что подписались так много, ну, я просто не ожидала. Я не ожидала, когда набирала 100 человек. Я, когда 1000, я была вообще удивлена. Но теперь 2000 для меня был рубеж, который, мне казалось, я его не преодолею. Не преодолею, но спасибо вам, с вами я его преодолела. Иду дальше. Теперь я уже есть желание больше. До этого я не верила в то, что это возможно. Но получается, что возможно, и поэтому я хочу. Есть желание, чтобы еще количество подписчиков увеличивалось. Спасибо вам большое за то, что вы подписываетесь, за то, что приходите, смотрите, слушаете меня. Ну вот. Радуют просмотры по Шале. Шаль Харуни. Я смотрю, что просмотры есть, значит, кто-то ее вяжет. Девочки, которые связали, я знаю, Ниночка связала, Мариночка связала. Спасибо вам большое. У вас шикарные шали получились, я их видела. Кто-то, может быть, вяжет потихоньку и ни о чем не рассказывает. Шаль красивая. Шаль удобная, шаль хорошая. Ну, первый раз, может быть, сложненько ее было разобрать. Но это же первый раз. Потом будет лучше. Легче намного. Так что меня радует, что шаль вяжется. По просмотрам я вижу, что шаль вяжется. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше, но мне с моим маленьким каналом мне этого много. Так что спасибо вам большое. Теперь одно меня огорчает. Все-таки хочу сказать то, что меня огорчает. Огорчает меня то, что кто-то заходит на канал, и ну, это почти 99%, кто заходит и уходит сразу. Ну, понимаю, да, понимаю, тематика канала, может быть, что-то привлекло и тут же отвлекло. Что-то не понравилось. И всего лишь 5-6% те, кто досматривают вот такие вот разговорные мои ролики, видео до конца, кто слушает меня, это совсем немного. И все же я благодарю вас, тех, кого немного, тех, кого 5-6%, кто смотрит, досматривает, смотрит рекламу, ставит лайки, потому что это очень важно. Ну, тем более это важно сейчас, когда мой канал монетизирован, мне хочется уже зарабатывать. Это копейки, конечно, это немного, но вы не представляете. Да, это смешно. Смешно, когда человек зарабатывает день по нашим, ну так, зарплатам бюджетным, можно сказать, 700-800 рублей в день. А с меня мои домашние смеются и говорят: радуешься, 60 рублей заработала. Я говорю, я рада. Да, действительно, я рада и тому, что я, даже если я 60 рублей в день заработала, но бывает и этого нет. Бывает намного меньше. Но ничего. Это тот же заработок, это то, что я... Ну, вы понимаете меня. Сколько бы я ни заработала, 1 копейку, 2 копейки, но я их сама заработала. Понимаете?
связала шаль, я заработала. Показала вам какой-то мастер-класс, вы посмотрели, просмотрели рекламу. Я заработала, и я счастлива тем, что я могу даже сейчас, не выходя из дома, сидя на своей любимой кровати, глядя в окно, вязать и зарабатывать. Вы не подумайте, что я, как сказать, гонюсь за деньгами, а люблю деньги. Нет, деньги, конечно, не всем нужны, без них не проживешь. Но для меня важнее то, что я могу сделать это сама. Не, да, получать пенсию, конечно, это нормально. Я уже много наговорила про то, что я рада, что я могу сама заработать даже маленькую-маленькую копейку. А вот, спасибо вам, что помогаете мне, смотрите рекламу, делаете просмотры. Спасибо вам большое, девочки. Не знаю, кто это делает. Спасибо вам. Спасибо тем, кто приходил. Я опять благодарю. Это видео благодарности получается. Кто был моими феями последнее время. Понемножку феечки чем-то мне помогают. Спасибо. Теперь маленькое такое объявление. Я наговорила еще стихов. Стихов наговорила немножко. Там, ну, в общем, этот ролик я разместила на другом канале. Мне показалось, здесь слишком много разговорного всего получается. Вязания мало. Что-то мало вяжется у меня. Постараюсь вязание выкладывать больше. Вот. Если кто-то хочет послушать стихи, я оставлю ссылку под видео. Переходите, пожалуйста. Если хотите, подписывайтесь на тот канал. Если нет, просто послушайте стихи. Я буду рада. Если поставите лайк, я буду знать, что вы слушали. Если напишите, я буду знать, что вам понравилось. Вот. Если захотите, скажите, что оставить на этом канале, я буду здесь их читать. Ну, вот такое маленькое объявление. Ну, а сейчас немножко нашей погоды. И спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца, посмотрел рекламу, поставил пальчик вверх. А тем, кто не подписан, подписался. Видите, я все это говорю в конце. Все важное я говорю в конце. В надежде на то, что вы услышите меня. Итак, всем до встречи. Ну, сейчас я переключусь просто и покажу вам нашу погоду. Ну вот, смотрите, погодка у нас осенняя. Уже листики опадают. Когда-то весной я говорила о том, что деревья закроют соседний дом, и его не будет видно. И вот уже пришла осень, теперь деревья, листики опадают, и соседний дом опять становится видно. Вот такая примета у меня. Раз видно соседний дом, значит хорошая погода, вернее осень идет. Сейчас. Вот. Ой. Вот так. Видно дом, а вот листья. Уже сгребаются листья дворниками. Уже деревья поредели очень сильно. А посмотрите, небо наше. Небо голубое, погода хорошая. Так. Вот наша погода. И сегодня 27 августа. Да, к сожалению, конец августа. И уже осень. Но радует еще тепло. Итак, всем до встречи.
хорошего всем настроения, хорошей погоды, легких петелек тем, кто вяжет.